26 апреля Audi-центр Тверь, который является первым и единственным официальным дилером автомобилей Audi в Тверском регионе, представил новую модель автомобиля легендарного концерна. Модель Audi A3 Sportback вполне может считаться долгожителем на мировом авторынке. За 16 лет существования линейки фанаты немецкого автомобилестроения радуются уже третьему поколению этой модели. Если не ставший однозначным лидером в продаже премиум-класса, то, несомненно, в их тройку вошедший. Это, в общем-то, долгожданная модель, которая воплотила в себе все лучшие качества, которые были накоплены маркой Audi за долгие годы. Плюс это, скажем так, новое решение для людей, которые ищут надежный автомобиль. Крайне привлекательный, помимо очевидных достоинств сборки, комплектации, технических характеристик и дизайна, особенностью линейки A3 всегда считалось обилие модификаций практически на любой вкус. Ко всему прочему, она выпускается в трех кузовах. Сейчас выпускается в двух. Это купе и спортбэк, пятидверный хэтчбэк. И будет автомобиль в кузове седан. Предполагаем, что именно он будет пользоваться наибольшей популярностью, так как в России у нас очень любят седаны. На презентации нового Audi A3 Sportback клиенты автосалона смогли не только познакомиться с особенностями модели, но и приняли участие в разнообразных конкурсах, викторинах. Развлекали гостей центра популярные тверские диджеи, а также специальные гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Во время всей презентации дилерский центр украшала ледяная копия новой модели. Audi-центр Тверь приглашает всех желающих познакомиться с новой моделью поближе, а также остальным модельным рядом автомобилей марки Audi. Audi-центр Тверь предоставляет самый широкий спектр услуг, включая специальные корпоративные программы, автокредитование и автострахование, лизинг, установку дополнительного оборудования, продажу оригинальных запасных частей, аксессуаров. Телефон в Твери 79 79 99.